Новый год – время чудес. И хотя до главного торжества еще без малого 2 недели, магия уже витает в воздухе. У театра драмы и комедии непривычно многолюдно. Одни поправляют наряды, другие делают фото на память, третьи зазывают подойти поближе. Впереди колонны, карета с такими знакомыми нам героями – Дедом Морозом и Снегурочкой. Будущий год будет самым красивым, самым уютным, а главное – самым здоровым для нашей прекрасной Республики Беларусь. А особенно для наших горожан. Я желаю бобруйчанам семейного счастья, когда в семье все хорошо и в остальном все будет в порядке. Пора. Социалистическая колонна движется в сторону площади Ленина. Посмотреть на чудо из чудес собирается целая толпа. Взрослые и дети машут и снимают на телефоны. Здесь же котики, зайчики, олени и лисички. Атмосфера поистине праздничная. Как будете вести себя в следующем году? Ну, я не знаю, я постараюсь. Конечно, хорошо, ведь я вас люблю. Вредничать не будете? Ну, чуть-чуть. Но по-доброму. Много подарков приготовил. Разные дети пишут письма, я им приношу. Кто-то машинку, кто-то зайчика, кто-то медведика. Чтобы дети были здоровы, родители, чтобы счастье было и любовь. Всем хорошего настроения, чтобы люди были добрее. Волшебный километр подходит к концу, но это лишь начало. У центральной елки сказочных путешественников встречают бурными овациями. Даже снег не помеха. В роли героев представители учреждений образования, здравоохранения и культуры. Следом невероятно сияющая техника. Здесь машины горгаза, скорой, МЧС. Ну и как же без предприятий? Белшина, Бобруйска, Громаш, Бабушкина Крынка, ТДА, Фандок. В этот чудесный день никто не остается в стороне. Подарок для всех бобруйчан – необычный флешмоб в стиле щелкунчик под современную аранжировку. Финал чудесной феерии, изумительный салют и бой сказочных курантов. Этот вечер пропустить просто невозможно. Заряд энергии и праздничного настроения обеспечен на год вперед. Рядом с елкой работает бесплатный каток, новогодний фудкорт и домики с игрушками. Что тебе понравилось сегодня больше всего? Машины. А какие машины там были? Полицейская, скорая, газовая служба, пожарная. Я сама помню, в 2019 году участвовала, и такие эмоции незабываемые просто. Очень красиво, красочно и празднично. Сразу чувствуется наступление Нового года. Праздник завершается, но на этом сюрпризы не заканчиваются. Уже в эти выходные зажгутся огни на главной новогодней красавице. Так что пора запускать обратный отчет и закупаться подарками. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галионко, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.